Наступил праздник, который с волнением и нетерпением ждали выпускники 2014 года. И не потому, что с ним заканчивается школа, а потому, что они стали взрослыми. В площади Интымак состоялось большое мероприятие под названием «Акжол», где чествовали и выпускников, и их педагогов. В этот необычный, волнительный день на площади Интымак было очень многолюдно. Нынешние выпускники, сегодняшние школьники, учителя, родители. Последний школьный бал. Этот праздник дорог для всех. Для родителей, которые на протяжении 11 лет волновались за своих детей. Учителей, проводивших больше всего времени с ними. И, конечно, он дорог самим героям этого праздника, потому что они преодолели первый серьезный этап на своем большом пути под названием «Жизнь». Сегодня в этот солнечно-радостный день состоится мероприятие большое городское, «Акжол» называется. Поздравляю всех выпускников от души, желаю им крепкого здоровья. Выпускники 2014, хочу, чтобы вы все поступили в достойное, самое высшее учебное заведение. И поздравляю, что мы прошли через этот огромный, большой экзамен. И еще раз хочу поздравить с этим праздником. Начался парад школ во главе с руководством. И о достижениях каждой из них узнали собравшиеся многочисленные зрители. В этом году закончили школу 702 выпускника. 426 изъявили желание сдавать ЕНТ. 5 из них были освобождены от сдачи ЕНТ в связи с победами на международных олимпиадах. В общем, результат знаний учащихся в нынешнем году радует. 88,6 балла. Более высоких баллов, чем в прошлом году, набрали выпускники школ 1, 3, 4, 5, 12, 17, 22, 23, Кашкари, Карнак, Шаштобе. На белых лимузинах совершили круг почета обладатели Алтын-Бельги и обладатели заветного аттестата особого образца. На сегодняшний день средний балл по ЕНТ города Кентау является наивысшим по Южно-Казахстанской области, а также входит в число лидирующих мест в Казахстане. Глава города Абдибакыт Маклубаев сердечно поздравил выпускников с окончанием школы, пожелал им светлой дороги на следующем этапе их жизни, и началась церемония вручения выпускникам знака Алтын-Бельги и аттестатов особого образца. Это заслуженная награда не только этих умников и умниц, но и, конечно, их педагогов. Лучшие из лучших учителей были удостоены грамотами и благодарственными письмами акима города. Школьные годы чудесные, с книгой, с песнью. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Зазвучала музыка, и выпускники со своими любимыми учителями танцевали последний школьный вальс. В небо легко взметнулось множество разноцветных шаров, как бы открывая ребятам светлую дорогу в будущее. Те выпускники 2014 года сегодня празднуют свой бал. Надо сказать, что в этом году город наш проявил себя особенно. Мы набрали 89 баллов, средний балл. Мы опять оказались в числе первых по области, это очень радует. Много алтын-бельгийцев, тех, кто закончил этот год с аттестатами особого образца. Я хотела бы пожелать им всем крепкого здоровья, успехов, поступить во все те вузы, в которые они хотели бы. И, конечно, пожелала бы, чтобы в жизни им всегда сопутствовала только удача. Особое праздничное настроение создали неугомонные заведующие детских садов своими задорными песнями и танцами, пригласив главу города на веселый танец. И вся площадь запела и заплясала. Участники танцевального коллектива «Рапсодия» тоже зажгли всех своим веселым русским переплясом. Секретарь городского маслихата Керимжан Сырлыбаев и заместитель председателя партии «Нур Отан» Расул Самат продолжили церемонию вручения аттестатов особого образца. Наша школа номер 22 имени Мухтара Уэзова под руководством Сырлыбаевны в этом году отмечают очень большой праздник. Так как в этом году среди выпускников у нас целых 5 отличников, из них 2 ученицы стали обладателями Алтын-Бельги. Жалимбетова Акмаржан Юстемир Шугла.
Я в первую очередь хочу поблагодарить их родителей, родителей этих наших отличников, которые проявили огромную заботу и внимание своим детям. Поблагодарить хочу учителей, которых учили, проявили упорность, и самих детей за их трудолюбие. И хочу пожелать всем обладателям Алтын-Бельги и отличникам учебы в этом году по всему городу, чтобы этот успех, эта удача сопровождала их всю жизнь, и они всегда служили во благо нашего государства. Все выступающие поздравляли выпускников, заслуживших своим трудом знака Алтын-Бельги. Желали найти единственную нужную профессию, быть достойными людьми, приносить максимальную пользу своему отечеству. Ведь вы, выпускники, будущие Казахстана. Ахжол вам, ребята! Уважаемые ребята! Я от души поздравляю вас с окончанием учебы. Вы интеллектуальный уровень и потенциал нашей страны. Я желаю, чтобы вы были самым лучшим кирпичиком именно в вашей будущей жизни. Удачи вам, ребята. Счастливого, светлого вам пути.